Всех приветствую из Одессы, Аркадия, 1 июля. Ребята, посмотрите на обстановочку в Итаке. Людей просто, я не знаю, 1000, наверное, не меньше. Ну и на пляже тоже есть люди. Купаются, смотрите. Ну, вода просто чистейшая, я не знаю. Как в океане каком-то, смотрите. Чистая-чистая. Не сильно много людей, но все равно люди есть. В Редлайне очень громко. Там, наверное, много людей. Побольше, чем на пляже. Короче, такая обстановочка, друзья. Сегодня 1 июля, суббота. Начался второй месяц лета. Купаются люди. Не знаю, не боятся. Купаться еще по-прежнему запрещено. Но море чистое, видите?